Приветствую, вы на канале Пион Маркет Садовые растения. Это видео про флоксы метельчатые. Флоксы метельчатые невероятно красивые, яркие и непривередливые многолетние растения. Они впечатляют своей гаммой окрасов и обильным цветением. Флоксы метельчатые можно поделить на позднецветущие, а также на раннецветущие и среднецветущие. Средняя высота растения около 25 см, но при тщательном уходе растение вырастает в высоту более метра. Флоксы включают около 85 видов. Уход за флоксами не займет много времени. Главное это подобрать правильное место для них, регулярно поливать, рыхлить почву и подкармливать. Где посадить флоксы? Лучшее место это легкая полутень. На солнце эти цветы также растут, но окрас может стать более тусклым. Но из-за особенностей корневой системы не нужно сажать флоксы рядом с деревьями или под кустами. Когда пересаживать? Лучшее время для пересадки – август-сентябрь. В прохладной почве у них лучше растут корешки. Второй вариант – это ранняя весна, но тут главное не затянуть с пересадкой. Как долго цветут флоксы? Обычно флоксы цветут достаточно долго, все зависит от сорта. Некоторые сорта однолетних флоксов могут цвести все лето. Метельчатый флокс также может цвести 3 месяца. Другие сорта цветут 4-5 недель. Выбирайте флоксы летние и осенние для создания непрерывно цветущей клумбы. Спасибо за просмотр, ставьте лайк на видео, если оно вам понравилось, и напишите комментарий, это поможет в продвижении этого видео.